10 күннен кейін пүліні бермейді де, итак, күр кесесі пісағымен келеді біз ешімізді айы. Шерзат Кудбиев, вот я вас очень прошу, решите нашу проблему с налогом. Ташкенде бордур, 500 доллар, 1000 доллар жой бордур. Бәтті 50 мінге келіп отырыдың адам йоқ. Сейчас, в данный момент, у меня 496 миллион налог. Мон бәрке дедің тілі бөгенде, у нарқ болмайды. Мәні қинамайлар десам, президентте бар, қолайын жойынге борды. Ну, мы знаем, но у вас же дам алыш. И вы должны платить, как дам алыш. Телефон қылы шақырышы епті, 98 миллион сізге соғылық шықты депті. Они говорят, что вот, что мы расчет неправильно сделали, что неправильно сделали. Бәтті дам алышы, шаруайт йоқ, дам алыш мәскені деп қой епті де. Чтобы у нас дорога была хорошая. Вы видите, какая у нас дорога? Hozirgi paytda bizga bog'bonlar tomonidan bo'lgan murojaatga asosan Quva tumaniga yetib kelganmiz. Kirkidon suv ombori yonidagi hududlardan birida turibmiz. Bu yerda aytishlaricha gektariga 45 milliondan yiliga soliq undirilyapti ekan. Ya'ni bu bog'bonlar tomonidan norozilik kayfiyati uyg'onmoqda. Ya'ni nimaga? Aynan nima sababdan bu yerda 45 milliondan yiliga gektar 1 gektarga 45 milliondan nima sababdan undirilyapti deyapti. Aynan bu yerlarda bizga keladigan hech qanaqa daxot yo'q deyapti. Lekin 45 milliondan undirilyapti. Bu yerlarda biz bog'bonchilik qila olamiz xolos. Hech qanaqa turizmga yoki dam olish maskaniga sharoit yo'q bog'larda. Bu yerlarda dam olish maskaniga deb turib 45 milliondan yiliga godovoy soliq undirilyapti. Bu qay darajada to'g'ri? Turizm uchun qanaqa sharoit bor bag'da? Bag'da dam olish maskani uchun birorta joy ko'rganim yo'q. Насчёт налогов, что можете сказать? Вот у нас, да, знаете, да, до 2020 года налоги были нормально. Мы платили как положено. После... Сколько было? Ну вот в 2019 году мы 3 миллиона нам сказали налог заплатить. За гектар, да? Не, вообще общим. Общий 3 миллиона было. И вот мы заплатили. Была вот эта пандемия насталась, и сказали, что во время пандемии, мол, 50% скинут, да, налог. Такой же был же разговор. И я заплатила всегда, всего 1,5 миллиона. И все, и на этом я уехала. Уехала, приехала я в марте, у меня налог 150 миллионов стало. Я говорю, с каких пор 150 миллионов стало? Это через сколько стало 150 миллионов? Вот в 2019 году вот 3 миллиона сказали налог, а в 2020 году уже у меня 150 миллион налог стал. Это за год, да, считается? Да, за год. Вот за год у меня... А почему в прошлом году 3 миллиона? У меня сказали 3 миллиона надо платить. Я заплатила всего 1,5 миллиона. У меня 1,5 миллиона осталось долг. А как вышло, говорю, уже в марте приехали, 150 миллион, как это? Вот вам, мол, неправильно сделали. Ну как вы неправильно сделали? Вот с этого года у нас вот такая проблема идет. Каждый год у нас налог все больше, больше, больше. А за что 150 миллионов налог сделали, как думаете? Они говорят, что вот, что мы расчет неправильно сделали, что неправильно сделали. Вы опять... фермер считаетесь или же для туристов что-то вы сделали? Ну, вы знаете, да, вот у нас да, документ неправильно оформлен. У нас документ оформлен как дам алыш. Дам алыш маскан, да. Это туризм да. Типа считается, да? А на самом деле же мы же уже, вот смотрите, сколько лет мы занимаемся, только садоводством. У нас здесь... Вот черешня есть, урюк есть. Мы только этим делами занимаемся. И вот когда я пришла, я сказала, у нас же не дам алыш. Вы же сами знаете. Ну, мы знаем, но у вас же дам алыш. И вы должны платить, как дам алыш. Ну, если я говорю, мы... Доход, если... Доход у вас какая? Доход у нас нету. Вот как вот, так, вот пандемия началась, у нас вообще доход... А до пандемии сколько было? До пандемии более-менее нормально было, что вот мы платили и налог, и все заплатили. И нам тоже оставалось. Мен Юнус Элмурат, Куа тумани Толмазордан болемен. Хуллас 2020 йил, октябр, 10 октябр ойида олганман дарчани. Хуллас аксионда катнашиб олганман бу дарчани боқ қилиш мақсадида. Энди байтлар ниҳоята чўл эди, бу томонларда дарахт йўқ, ҳамма йўқ саҳро, бу дарча қаровсиз, жуда қаровсиз шароитда ниҳоята оғир аҳволда эди. Энди байтти мен боқ қилиш мақсадида олиб 3та ука, 2та қариндошим билан олдик. Олдик, мана энди 1 йил ўтмасдан биттаси соғлиқдан телефон қилди-да, пул туширасизми бу деди, 1 миллион пул бердим. Кейинги йилга бўляпти-ки, қанча ўтмасдан телефон қилиб чақиришяпти, 98 миллион сизга соғлиқ чиқди деяпти.
Endi ben bitti 115 milyonga olib 45 milyon 50 milyon kapilni istagan, daraxtlarga, bog'larga ham yo'q rasxodni qilib, hattoki oqayotgan suv bir tup ko'chatni o'ziga kerakligini ochaman. Endi undan ortig'i ortiqda menga pulda rasxodda bu. Bitta qoplagan sharoiti yo'q, pul yo'q, xonasi yo'q, umuman yashash sharoiti yo'q. Endi nima qilyapman mana? Qilayotgan bo'lsam, nima qilib bir narsalar ekib O'zbekiston uchun-ku mas. Nima qilsam O'zbekiston uchun qilyapman-ku, mana shu yerda masalan, deylik 500 kilo yo 1 tonda behi chiqarsam, yo bo'lsam 500 kilo olma chiqarsam O'zbekiston uchun, mana O'zbek o'zimi xalqim uchun qilyapman-ku, Rossiyaga borib, masalan bir boshqa joydan bir noto'g'ri ish qilmayapman, o'g'irlik qilmayapman. Endi o'g'irlik bu sharoitda 98 millionni qaysi ahmoq to'laydi? Men borib turib gapirsam, men aytdim, "Ey dedim, bu barcha dedim tillo bo'lganda ham u narx bo'lmaydi. Meni qiynamanglar" desam, iloji yo'q, o'zingni bos, o'zingni bos deyishadi. Ha, u sharoitda kim qaysi soliq to'laydi? Masalan, men uni olib, u olgan narximni ham olmaydi bu paytda. Baytu olgan narximni ham olmaydi. Bu soliqchiga borsangiz aytadiki, "Prezidentga bor, xolagan joyinga bor" deya. Men aytdim, "Prezident eshitadigan odam bordir bizga" desam, "Kimga borasan?" dedi. "Prezidentga kelsa, prezidentga cho boraman" desam, "Xolagan joyinga bor" deyapti. "Men pulni to'lab qo'y bo'ldi" deyapti. Hayt desa, u suddan keladi. Jarima bu suddan. MIP kelyapti. Darsanni deydi, aksionga qo'yyapmiz deydi. Yem, siz hozimizda o'zimiz o'ylaylik-da, mana O'zbekistonda biz bir uni olib kelib 10 kunga ishlataylik. 10 kunga. 10 kundan keyin pulini bermaylik-da, ertasi kun kechasi pichoq bilan keladi bizning ishimiz tagiga. To'g'rimi? Luboyni uyga boradi. Men kimga borishim kerak? Men 3 yil ishlab qo'yib, 3 yil ishlab qo'yib, batta muncha pulga olib qo'yib, ashuncha rasxod qilib qo'yib turib, bola chaqam oldida kim degan odam bo'laman? O'sha sog'liq deylar. O'zimizning mahalladan-ku, mashinadagi odam bo'lmasa, ular nimani hisobga yashaydi o'zi ular? To'g'rimi? Masalan, bu xalq bo'lmasa, kim u nimalar uchun yashaydi ular? Muhtaram prezidentimiz aytayapti, yordam beringlar, xalqqa yordam beringlar, xalqqa yordam beringlar dedi. Yo'q, ular hammasi cho'ntakka qiladi qolib, boshqa hech nima emas ular. Ular haqiqiy cho'zi ochiq mashinalarda ular. Matta bir kun ketmon chopsa, keyin biladi ular o'zi. Сейчас в данный момент у меня 496 миллион налог. Висит. Висит на мне. Мне это налоговая в суд подала. Я сделала апелляцию, вот сейчас нам это сделали апелляцию, не знаю, может снова нас в суд подадут, но не знаю. Понятно. Мы ездили, мы писали, я ходила даже нашему хакиму Кувинскому, ездила к нему на прием. Он спрашивает, вызвал там налоговый, кадастр. Они говорят, все как положено по документам, мы берем и налог. Вот, у вас да, малыш, будете платить так, да, малыш. Я говорю, ну у нас же не да, малыш, а мы, говорит, что можем сделать, говорит, если у вас документ да, малыш, говорит. И все. Mana hatto damba bor, dambani yo'lini to'sib qo'ygan 30 yil og'ida, 20 yil og'ida bir ikki kun aytdi. Baqa bor, mana 3 yil kelgan bo'lsam, 3 yil bo'lgan bo'lsa qolganimga. 3 yildan og'ida bir 10 yil qorovul turganman. To'rtta odam kelib, bu qozon tovog'ingni ber, yarim soatga o'tiraylik, bu 50 mingni ushatib qo'ygan joyi yo'q bir o'g'lim aytdi. Batta dam olish sharoit yo'q, dam olish maskani deb qo'yyapti-da. Ay, kelib ko'p dam olish maskanlar yordam berish kerak-ku ular. Bekordan bekor san bor ana pulni undirsang bo'ldi-da, achir ishga joylab qo'ygan yo'q ularda biroq. Yana nima qilib yashamiz kerak ularga? Endi hozir men baytda soliq hisobiga MIPga o'tib, aksionga qo'yilib sotilib ketsa, men qanday turaman men? Kimdan olaman men uni? Meni kim sudga bergan bo'lsa, men shuni olamanmi? Va ilojim yo'q-da endi, nima qilaman boshqa? Sherzat Kudbiyev, вот я вас очень прошу, решите нашу проблему с налогом. Мы не можем, фермеры, в год 120 миллион платить налог, потому что мы не можем. Почему заплатить? Потому что у нас дохода такого нет. Мы не говорим, что мы не будем платить налог. Но как положено, другие почему-то платят там по 2 миллиона за гектар, 1,5 миллиона. А почему мы даже столько, 25 миллионов за гектар платить? Это же несправедливо. Все должно по справедливости быть. Мы же тоже граждане Узбекистана. Или мы обделенные? Если вот так взять, пусть эти с налоговой инспекцией придут сюда. Пусть кроват у вас есть железный такой? Поставите, пусть здесь 2-3 дня полежат. Мониторинг пусть проведут. Сколько у вас доход, пусть увидят, да? Прежде чем вот такие большие налоги, чтобы поставили. Что вы скажете на это?
Соглашаетесь? Они приходили несколько раз, придут, посмотрят, да, у вас не да малыш, и уходит, и все. Да малыш, откуда да малыш? Все равно приходят налоги. Да, все равно налоги приходят. Да, видно, что вы здесь и не занимаетесь туризмом, что у вас люди не отдыхают, что у вас вот сад, дихкан, вот, ну, завод, садоводством занимаетесь. А все равно? А может быть, вы прячете туристов? Туристов? Может, у вас да малыш? Да, а куда прятать? А куда они придут, во-первых? Во-первых, Киркидон у нас. Воды нет в Киркидоне, да? До нас вода не доходит. Им здесь и отдыхать негде, что? На солнце жарится, что ли? Понятно. Они же не могут на солнце жариться. И вы знаете, вот это, да, малыш, у нас во время, при Союзе, да? Вот какая-то организация взяла вот это подсобное хозяйство, и граждане вот эти, как работники, они здесь отдыхали. Для себя они делали. Не туризм это был. Вы понимаете? Туризма здесь вообще не было. Они сами отдыхали, сами здесь гуляли и все. А потом СССР развалился и вот нам дали. Сколько лет садоводством занимаетесь вы? Мы уже здесь 10 лет. 10 лет занимаетесь, да? 10 лет мы занимаемся. А это возня? Сколько через... От 2019-го началось, да? С 2000 года это так. А до этого вы платили сколько? Ну, не знаю, я уже не помню. Небольшие суммы, небольшие, да, платили? Небольшие суммы. Как все платят, так и мы платили. После 2019-го они по 150 как бы подняли. В 2020 году вот эта проблема началась. Мы с Лердой Илтимос. Уже солгды, пошлыларыны... Çele körüler, bette şarait yok, adam çele diyor okumam yok. Bitti adam 50, o taşkende bordur. 500 dolar, 1000 dolar joy bordur. Bette 50 mine kelip oturuyor adam yok. 50 mine kelip oturuyor adam olsa, sel atbatı remont koyardım. Çelip teşhiri ötüşüze. Oşa, daromatımca karab soluk soluk size sorardım. Zona turistikova zonu, чтобы сделать здесь, что нужно? Как это? Надо условия, деньги нужны. Какие условия нужны? Чтобы в Киркидоне воды было побольше, чтобы люди приходили купаться, понимаете? Mm-hmm. Они же приходят как на пляж отдыхать, mm-hmm. чтобы у нас дорога была хорошая. Вы видите, какая у нас дорога? Видел. Кто к нам сюда придет? Никто не придет. Даже местные не приедут, да? Даже местные не приходят к нам. К нам никто не приходит. Даже раньше, 12-13 лет тому назад, кто-то так приходил, вот так просто гулять. А сейчас вообще никто не приходит, потому что воды нету. Понятно. Без воды, как говорится, жизни нету. Вы имеете в виду, чтобы туристическую какую-то базу открыть, сперва нужно здесь реконструировать, условия создать. Да, а здесь условий нету, я тоже не вижу условий. Не было раньше и не было, и нету. Hurmatli iqtisodiyot va moliya vazirligi vaziri Sherzod aka Qudbiyev, bir taklifim bor sizga. Aynan. Taklifim shundan iboratki, o'sha 45 million, 50 million qo'yib turgan soliqchilaringiz, soliqni qo'yib turgan bu yerlarga kelib, bir kun, ikki kun, uch kun masjidda hali eski SSSR davrida kravatlar bor. Hali yumshoqqina kravatlar. O'sha kravatga joylar qilib berishadi, choylar qilib berishadi. O'sha joylarga kelib yotishsin, monitoring qilishsin. O'sha monitoring jarayonida bular qancha daromadi aniq bo'ladi. O'sha daromadga asosan soliq qo'ysa maqsadga muvofiq bo'ladi degan umiddaman. Вот у меня одно беспокойство. Мне уже 70 лет. Вот я боюсь, что вот не дай бог что-то случится, и я умру. И вот этот налог на мне будет висеть 496 миллионов, и я её заберу с собой, что ли? Не знаю, что мне делать. Bu bo'yicha iqtisodiyot va moliya vaziri Sherzod Qutbiyevga biz bu narsani havola qilamiz. Aynan mana shu Farg'ona viloyati Quva tumani Kirkidon suv ombori atrofidagi yerlar bilan bog'liq soliq stavkalarini, ya'ni dam olish zonasi deb baland stavkada soliq hisoblanyapti. O'rganib tegishli xulosalarni berishlarini so'raymiz.